все как мы любим. В Тверской области потерпел крушение частный бизнес-джет, по данным СМИ, принадлежащий Евгению Пригожину. В Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значится имя и фамилия основателя группы Вагнера. По данным МЧС, самолет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, 3 члена экипажа и 7 пассажиров. Все погибли. На месте крушения ведутся поисковые работы, начато расследование катастрофы. Очевидцы говорят, что при крушении самолета были слышны взрывы. Бизнес-джет разбился ровно через 2 месяца после начала вооруженного мятежа, возглавленного Пригожиным. Выступление завершилось через 2 дня. Президент Владимир Путин договорился о выводе сил ЧВК «Вагнер» в Беларусь. В последние недели Пригожин выступал с заявлениями о ситуации в Украине и в Африке, напомнив об активности вагнеровцев на этом континенте.